Привет, дорогие друзья! Часто спрашивают, как можно файл перебросить через компьютер, через WhatsApp. Есть очень удобный способ – это использование WhatsApp Web. В данном видео я вам это и покажу. Заходите на любой браузер, Chrome, Opera и так далее. Но я вот беру Opera. В поисковике набирайте WhatsApp Web. Вот. WhatsApp Web. У вас выпадает такой QR-код. Далее вам необходимо зайти на ваш WhatsApp на телефоне. Заходите, нажимаете внизу справа шестеренку. Далее у вас есть ссылочка «Связанное устройство». Вот это вот. Нажали. И дальше нажимаете «Привязка устройства». Вот у вас открывается экран для сканирования QR-кода. Наводите этот экран на фотоаппарат ваш, на QR-код. Вот он входит в ваш WhatsApp на компьютере. Вот вы попали сюда. И теперь здесь спокойно можете отправлять различные файлы. Вот, к примеру, на компьютере. Двумя методами, кстати, можете. Либо нажимая документ, либо фото и видео, либо стикер, либо еще что-то, но вы здесь вот можете нажать и здесь найти какой-либо документ, который можно вам отправлять. Либо простым перетаскиванием, например, вот перетащили, вот он вас отмечает, что подтянулся, так вот у вас видно, что документ подтянулся, и отправляете. Вот файл ушел, файл получен. То же самое можете и PowerPoint отправлять. Но есть ограничения. Допустим, если мы берем какой-то тяжелый файл, допустим, вот этот, нажимаю, видите, вот здесь он пишет. Одно видео, которое вы хотели добавить, превышает объем 64 метра. Поэтому этот файл пройти не сможет. Далее, если вы это делаете с какого-то, с чужого компьютера, не забудьте отсюда уйти. То есть вы нажимаете вот эту вот три кнопочки и выходите. Выйти. Таким образом, ваше устройство, ваш компьютер отключается от вашего смартфона и от вашей учетной записи на WhatsApp. Иначе у вас будет коннектиться он автоматически. Пожалуйста, пользуйтесь.